Слушайте, я хотела бы вас познакомить с моим молодым человеком. Я хочу, чтобы вы в ближайшее время сделали вместе, попробовали с ними, организовали концерт. Алекс. Слушай, вот хозяйки дома цветы. Хочу мужчину. Вот. Она огонь, просто огонь. Я же говорил. Я люблю Макса. Привет. Привет. О, доброе утро. Доброе. Что-то он ей футболки, да? Ну все, 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 я уже горю под твоим взглядом. Ну каюсь, прости, ну это просто такое совпадение. Чего совпадение? Ну, звезд на небе? Ситуация. Ну, что ты как подруга не понимаешь, что меня? Я же не специально, а? Да, у тебя не было таких ситуаций? Ну, каждый день такие ситуации. Самец. Доброе утро. Боишься? Привет, всем. Доброе утро. Привет, привет. Ну, это тоже немножко рассеянный, смотри. Что ты на ножках не стоишь, да? Так, все, хватит. Ты яички свои ешь. Сладенький, сладенький. А тебе, походу, дело тоже надо заправляться. Ты вообще сидишь тут, самец. Я капрюсил. О, здрасте, пылились, не запылились. Это шарахалось-то. Почему я должен названивать там неизвестно кому, искать тебя? Что с ногой? Татуировку доделала. Кого ты доделала? Татуировку. Нина, беги. Что это такое? Какую татуировку? Показывай. Да. Давай. Дэн, помнишь, я тебе эскиз показывал? Кого ты ему показывала? Эскиз. Сели, завтрак уперлись. Советовался. Мне просто не ради искусства давно еще. Посмотри. Правильно. Что написано? Папа, don't preach. Переводи мне, ты старому дураку. Папа, отстань, не мешай. Я говорю, татуировку мне перевели. Я тебе перевожу смысл татуировки. А, это перевод такой? Да. Это моя любимая песня вообще-то, если ты не знал. Где ты ее делала? У ребят на квартире. На какой квартире? А если там зараза какая-то? Так, не начинай, я тебя очень прошу. Не надо показывать отцу характер. Вся в папу. Не, ну зря ты. Надо было попросить у папы совета. Он у тебя либеральных взглядов. Он понимающий. Да я не думаю. Да действительно. В других семьях знаешь, что творится? Да? Скажи, вот твой отчим, это же вообще капец был. Лика, при чем здесь мой отчим? Я, скорее всего, буду 100%. Зачем ты про мое детство с утра решила поговорить? Не понимаю. Папа был доволен. Ну, что такое? Папа доволен всегда. Папа очень недоволен. Я тебе больше скажу. Во-первых, мы могли съездить к моему татуировщику, к лешему, понимаешь? Какому лешему, папа? Татуировщику. Во-вторых, я знаю точно, что там не будет никакой заразы. А сейчас там не пойми что. Здесь тоже не будет никакой заразы. А вот это мы проверим сегодня, съездим в больницу. Пап. Что, пап? Я никогда не поеду. Все, успокойся. Господи, это же всего лишь татуировка. Из-за такой маленькой надписи разводить столько шума. Костечка, я тебя буду очень сильно ругать. На что? Я хотела тебе что-то вкусное приготовить, но ничего не нашла в твоем холодильнике. У меня полный холодильник, ты что? Творога. Малый. Ну что? Я же спортсмен, понимаешь, мне нужны белки, углеводы. Я понимаю, но я хотела что-то такое просто особенное приготовить, понимаешь? А, ну, да, согласен. Слушай, я тебе забыла же рассказать про продюсерский центр, что там было. Сейчас такой сок налью. Вообще, смотри, какая ситуация произошла. Продюсер мне сказал, что если я буду усердно заниматься, все будет замечательно, то я буду выступать с его группой дуэтом. Представляешь? Здорово вообще. Очень круто. Что, большая группа? Ну, там 3 человека, 2 парня и девушка. Ну, знаешь, ребята просто, они вообще молодцы. У них столько потенциала, прям такие, они активны, прям, знаешь, живут своим делом. Есть к чему стремиться. И уже я занималась профессионально с педагогом по вокалу.
А как занятия, кстати, проходят? Я не ожидала о том, что столько нюансов. Там, знаешь, нужно правильно осанку держать, дыхание как-то какое-то такое особенное. Но нужно, конечно, стараться учиться. Надеюсь, все получится. Я тоже так думаю. Коль, а что по поводу ребят? Ты с ними будешь знакомиться? Ну, с моими друзьями? Ну, конечно, я же тебе обещал. Я так переживаю за сегодняшний вечер. Надеюсь, то, что все пройдет хорошо. Потому что мне ни ребят, ни им безразлично. Они просто, это моя вторая семья. У нас прям не дома, а сборище свиданий каких-то. Как мило. Так мило. Юль, лучше так, чем, блин, тут с утра собачиться. Ну, она чуть не в настроении. Вообще. Давай, давай, давай. Ты мой маленький, давай. Кровать сегодня, по-моему, немножко пострадала. Так, ты компресс там делала? Да, я переворачиваю. Спасибо. Что надо сказать еще раз? Спасибо, папа. Молодец. Дэн, слушай, мускис нормальный? Да, нормально. Точно? Да. Ну, смотри, мне кажется, твой брат оценил. Папа брат. Да он попьяный. Это риторический вопрос. Дэн, ну, татуировки делал. Брат какой? Слушай, мой брат. Я просто об этом никому не говорил, я с ним не общаюсь. Ну, я не знаю, что... Все, давай замнем эту тему, ладно, окей? Ну вот, у меня секреты есть. Да никаких секретов, просто не общаюсь, да не хочу секреты об этом говорить. Дэн, слушай, я хочу на танцы записаться. Не посоветуешь мне? Сейчас там Настя твоей вроде, вы рядом работаете. Она там танцевальная студия. Ну видишь? Да, где-то там работает. Ну, вы же рядом, по-моему, прям. Ну совсем. Да, где-то там рядом. Я не помню, где. Где-то там. Ты же чуть ли не за руку отвел туда. Заблужишь, что ли? В смысле, чуть ли не за руку отвел? А что, никто не в курсе, что ли? Сереж сказал А, говори Б. В смысле, чуть не за руку отвел, Дэн? Ты что, издеваешься надо мной? Я, ну успокойся, а. Что успокойся, Дэн? Ты неужели не понимаешь, что у нас все проблемы постоянно из-за нее? Меня уже достала эта Настя. Че ты бесишь? Че я опять? В чем я сейчас? Может, ты постелишь ее рядом с собой? Может, мне свое место ей уступить? Я не понимаю. Ты достала, мне твое вранье уже достало. Да какое вранье? Хватит истерить-то, а. Кобель. Ты что, дебил, что ли? Что ты говоришь? Ты думаешь, что головой трогаешь? Я откуда знаю, что у вас там терки какие-то? Лучше вообще-то заткнись просто, не надо ничего говорить. Короче, я на работе. Иди свою работу, работай. Работай. Зачем пока? Не, ну может быть, я, конечно, и ляпнул чего лишнего, но откуда я знал, что можно говорить, а что нельзя? Пусть тогда памятку повесить. Это можно говорить при Яне, а это нет. Спасибо. Замечательная тренировка. Пожалуйста. Слушай, мне кажется, что мне нужно еще доработать некие трюки, моменты. Ну, хорошо, работай дома, там. Индивидуальные занятия. Индивидуалки, да, вообще не проблема. Подойди на ресепшн к Дине, она тебе оформит индивидуальное занятие, заодно посмотрит, когда там зал свободен. Слушай, Настя, может, не будем эти лишние движения делать? В смысле? Может, ну, телефон запишу сразу напрямую, чтобы... Да, я не могу так. Есть определенные правила у нас в студии, и мы не можем лично дать ученикам свой телефон. Все через администрацию. Настя, ну, на каждое правило свое исключение. Ну, не в этом случае. Эта работа очень дорога, поэтому я не могу пойти на исключение. Молодец. Хорошо, спасибо, ладно. Давай, до встречи. Пока. Ага. Данила, конечно, не очень получается, но он так старается, ну, это видно. Ну, и вообще он такой, такой хороший. Мне кажется, он очень добрый и милый парень. Ян, слушай, у меня тут такое к тебе дело.
Помоги мне устроить скаун бар, а? Хочу начать заниматься промоутингом клубов. А я здесь при чем? Хочу заниматься промоутингом клубов. А я здесь при чем? Ну ты не поможешь, у тебя есть прямой доступ к моему руководству. Мне кажется, что я слишком много тебе помогаю. Я, ну пожалуйста, ну последний раз, а? Ну очень надо, ну правда. У меня такой нереальный проект. Помоги. Мить, я на работе. Нет. Ян, ну блин, ты не понимаешь, что это такое? Это просто будет бомба. Понимаешь, это будут крутые демонические вечеринки. У вас этого не хватает, у вас тухляк. Мить, у нас все нормально. Ну нет. Мить, я уже устроила нашу подругу, я устроила же Аленку. Она здесь каждую минуту ходила и тарелки роняла. А я краснела за это. Я же не буду носить подносы, я просто приведу к вам много людей. Ну, Ян, ну пожалуйста, ну помоги мне, а. Ну помогите, очень прошу, последний раз. Ян, нормально все у вас? Да, все хорошо. Это кто? Управляющий. Пошли, я с ним познакомлю. Мич, да Митя. Здрасте, я Митя. Привет, Анатолий. Привет, Алекс. Привет. Анатолий, это Митя, это мой очень хороший друг и сосед по квартире. И вот он хочет сделать вам предложение, от которого, как говорит, мы не сможем отказаться. Ну, если это твой друг, то я готов его выслушать. Я слушаю. Вы знаете, я хочу вам предложить свои услуги. Я могу организовать на вашем крутом месте, вы находитесь в самом центре, на Красном Октябре, на Стрелке. Вам нужны тематические вечеринки в вашем баре. Я могу вам это предложить. Я могу пригласить к вам огромное количество людей на всякие тематические пати. Это могут быть и танцы 90-х, и, не знаю, БДСМ-тусовки, и какие-то мыльные пузыри с всякими мероприятиями, презентацию книг, литературные вечера, музыкальные тоже. Я понял, понял. Идея, в принципе, неплохая. Ты этим занимался раньше? Не, я этим не занимался, ну в этом очень сложно, нет, мне ребята занимались, знакомые, и как бы там все по накатанной, даже в этом участвовал, но напрямую конкретно не было. Но я уверен, что все получится, что там сложного? Можно просто попробовать. Ну, не знаю, у нас раньше работала подруга Яна, официантка, но, к сожалению, она очень быстро от нас ушла. Можно я, извините, что вмешиваюсь, я прям сразу хочу сказать, что я в этот раз ни за кого не ручаюсь. То есть, да, Митька хороший парень, и он мой друг, и в принципе... Он знатный, известный тусовщик. Я думаю, что нашему заведению не помешает такой человек. Но я еще раз повторяю, что я ни за кого в этот раз ответственность не несу. Я сам понесу за себя. Правда. Я вам сделаю все на высшем уровне. Можно даже сравнить, как это получится. Ну, у нас нет штата единиц такой, понимаешь? Слушайте, ну, а я могу в фрилансе работать. Давайте попробуем. Давай, значит, я, честно говоря, ничего не понял из того, что ты сказал. Давай поднимемся ко мне в кабинет. Там, значит, более детально обсудим все и... ценовую политику. Конечно, давайте, давайте. Пойдем. Да я вам расскажу, представляете, какие мероприятия могут у вас быть. Вы просто, на самом деле, вот эту часть вы просто представите. Что это было, мать Терезия? Ты решила сюда всю квартиру перетащить? Прекрати совать свой нос не в свои дела. Не в мои. А что я могла поделать? Митя даже сказать мне ничего не дал. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и Митя меня не подведет. Я надеюсь, что мне не придется за него краснеть, так же, как за Лену. Не тяни, отпусти мою руку. Не тяни меня, я снова сбит с толку. Как подбитый летчик из книжек на полке. Пыльных обнос, да может так будет проще. Или совсем напротив, просто ставь прочь. Где мы были вдвоем, очередной нескомканный стон там с матом вдогонку. Летит вон с окна в дом напротив, закрой глаза. Давай помолчи, мне не нужны слова, мне не нужны причины. Я закрываю книгу, дыхая никотин, тысячи прости, сольются с белым дымом. Я розовый ванил, предпочту черный кофе. Очередной глоток, напишу эти строфы. Очередной звонок, я снова сброшу трубку. Очередная ночь. Ребята, спасибо, красавчики. Ждем вас в коридоре. Ну, понравилось тебе? Да, вообще здорово. Пойдем, я тебя с ним познакомлю. Пойдем. Ну вот, как-то такая. Тебе это симпатично? Да, очень. Такого ребята плана. Такие прям. Звучание да, очень перспективное. Очень перспективное. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Привет. Здравствуйте. Это кто у нас такой ребята, симпатичный? Знакомьтесь, это Алена. Очень приятно. Тенсао. Очень приятно. Здравствуйте, Алена. Вова. Александр. Валентина. Очень приятно. Ребята, вы такие молодцы, у меня даже слов нет. Спасибо. Слов нет. Это уже хорошее начало. Идея такая. Нужно сделать совместный концерт. Попробуем в ближайшее время организовать. Я хочу, чтобы вы послушали материал
Алены, как она поет, срепетируйтесь немножечко, попробуйте попробовать звучание разное, да, со стилем определиться. И, ну, в общем-то, человек новый, вы не обижаете ее. Репетировать с группой профессионалов – это очень круто. Еще недавно я об этом даже мечтать не могла. Москва – город возможностей. Ну что, в принципе, мне все интересно. Мы с тобой договорились. Да, туда, я думаю, поставить вот стойку и танцовщицу Гугу. Да, да, да. Что касается, значит, этого, то там самое идеальное. А можно будет какие-то декорации сделать? Без проблем. Только по минимуму. То есть особо не заставлять. Вот. Алекс, значит, у нас Митя будет в роли промоутера теперь. Серьезно? Да? Да. Я не знаю, как ты это сделал, Митя, но красавчик, что, держи краба. Это малость. Я теперь буду иметь процент с выручки бара. В смысле? Процент? В прямом. Ну, всего лишь половину буду отдавать Анатолию, а все остальное будет оставаться мне. Так? Половину. Ну все, значит, давай. До пятницы? До пятницы. Да. Спасибо, спасибо тебе, да. Счастливо. Яночка. Да. Спасибо тебе большое, то, что привлекаешь таких замечательных, креативных, молодых людей к нам в бар. Ты большая молодец, я тебе за это благодарен. Спасибо тебе еще раз. Извините, можно? Там наша постоянная клиентка. Да, да, конечно. Спасибо. Вероника, ты что тут делаешь? К тебе пришла? После того, как ты со мной поступила, ты понимаешь, что это подло? Ты участвовала в заговоре с моим братом и врала мне про моих близких. Ян, это что? Не я тебя обманула. Это меня обманули твои близкие. Вероника, может быть, ты сейчас хотя бы не будешь мне врать? Я клянусь тебе, Яна, поверь мне, когда я была в Казани, я разговаривала с твоими родными, они наврали мне по поводу болезни мамы, и я в это поверила. Я клянусь, я не вру тебе, честно. У меня нет никого ближе от тебя здесь, в Москве. Не смотри на меня так. И у меня есть хорошая новость. Теперь мы будем видеться чаще. Мое ателье переехало, и теперь я работаю здесь неподалеку. Как дела у тебя? Хорошо, хорошо. А у тебя на личном он тебе еще не сделал предложение? Верни, вот что у меня на личном? Ну да, есть перевод отношений. Предложение. Угу. Ну, скандал одни. Отношениями вообще сложно назвать. Ну, слушай, я знаю тебя. Знаю твой характер. Во-первых, прекрати выносить парню мозг. И, б, ты же прекрасно понимаешь, что мужчин нельзя держать в ежовых рукавицах. Они начинают вырываться, им это не нравится, им нужна иллюзия свободы. Я стараюсь давать ему по максимуму свободу. Ну, вроде бы. Знаешь что? Лучше побалуй его чем-нибудь. Чем? Приготовь что-нибудь вкусненькое. Слушай, если я ему в обед принесу что-нибудь вкусненькое поесть, бизнес-ланч какой-нибудь, сейчас на работу. На работу? Вообще супер идея. Да, он работал весь день, бедненький, устал. Я думаю, что ему понравится. Спасибо. А мне, пожалуй, пончик, американо и холодное молоко. Нет, лучше сливки, я в хорошем настроении. Много пончиков есть нельзя. Мне сейчас можно. Сейчас принесу. Может быть, Вероника и правда права, что я держу Дэна в ежовых рукавицах. Ну, я правда вношу ему мозг. Ну, попробую сделать ему приятное. Принесу вкусненький обед. Юляш, я к тебе за советом. Так. Макс про меня что-нибудь рассказывал? Нет, ничего. Вообще ничего, что не рассказывал? Да вообще. Да он как-то не любит про свой роман рассказывать особо. Ну, знаешь, у нас так как-то с ним что-то вообще прям зажглось-зажглось. Даже, извините, даже рассказать не могу. Прям так в точку. Я даже, блин, ну слов нет. Здорово. Раз ты его лучше знаешь, может, ты мне просто скажешь. Ну, что он там любит вообще? Что я могу сделать, чтобы он у меня не сорвался? Ну, он очень любит, чтобы было движение, скорость, понимаешь? Ну, это понятно. Ну. Вот, и поэтому, как любому мужчине, ему нужно постоянное внимание. Внимание, чтобы жизнь кипела. Звонки, сообщения, вот,
прям, чтобы он чувствовал, что он нужен. Ты про смски, что ли, строчить, смски синить каждые 5 минут? Ты это, что ли? Ну почему каждые 5 минут? Ну, представь, если бы была девушка, которая не проявляла интереса и такая скучная, ему это не нужно. Ему нужна как раз такая, знаешь, доминантная, которая активно будет действовать. Ну, это я умею, да. Это я поняла. А еще что-нибудь, ну, я не знаю, любит он что-нибудь? Да, он любит суши. В любви все средства хороши. В этой войне каждый сам за себя. Алло, Лера, привет, это Серега. Настроение было, решил позвонить. Ну чё, как дела? Ближе к делу. Ну, это смотря, что ты сегодня делаешь вечером. Слушай, отлично вообще. Может быть, в клуб сегодня? Ты же не против, что мы будем одни? Ну, в плане одни. Ну, ты не в клубе одни, а в компании одни. Ну не в кому, как вдвоем будем. Да, что ты это? Слушай, вообще отлично. Ну, давай тогда там же. По времени не знаю, я тебе напишу еще, хорошо? Все, Лер, все, давай, ага. Пока. Да, нелегко кадеть шикарную девочку. Стрёмно. Реально стрёмно. Спасибо. Замечательная тренировка. Пожалуйста. Слушай, мне кажется, что мне нужно еще доработать некие трюки, моменты. Ну, хорошо, работай дома, там. Индивидуальные занятия. Индивидуалки, да, вообще не проблема. Подойди на ресепшн к Дине, она тебе оформит индивидуальное занятие, заодно посмотрит, когда там зал свободен. Слушай, Настя, может, не будем эти лишние движения делать? В смысле? Может, ну, телефон запишу сразу напрямую, чтобы... Да, я не могу так. Есть определенные правила у нас в студии, и мы не можем лично дать ученикам свой телефон. Все через администрацию. Настя, ну, на каждое правило свое исключение. Ну, не в этом случае. Эта работа очень дорога, поэтому я не могу пойти на исключение. Молодец. Хорошо, спасибо, ладно. Давай, до встречи. Пока. Данила, конечно, не очень получается, но он так старается, ну, это видно. Ну, и вообще он такой хороший. Мне кажется, он очень добрый и милый парень. Ян, слушай, у меня тут такое к тебе дело. Помоги мне устроить скаунт-бар, а? Хочу начать заниматься промоутером клубов. А я здесь при чем? Хочу заниматься промоутером клубов. А я здесь при чем? Ну ты не поможешь, у тебя есть прямой доступ к моему руководству. Мне кажется, что я слишком много тебе помогаю. Ну, Ян, ну пожалуйста, ну последний раз, а? Ну очень надо, ну правда. У меня такой нереальный проект. Помоги. Мить, я на работе. Нет. Ян, ну блин. Я тебе что-то вкусное приготовить, но ничего не нашла в твоем холодильнике. У меня полный холодильник, ты что? Творога. Малыш. Ну что? Я же спортсмен, понимаешь, мне нужны белки, углеводы. Я понимаю, но я хотел что-то такое просто особенное приготовить, понимаешь? Да, согласен. Слушай, я тебе забыла же рассказать про правительский центр, что там было. Сейчас кусок налью. В общем, смотри, какая ситуация произошла. Правитель мне сказал, что если я буду усердно заниматься, все будет замечательно, то я буду выступать с его группой дуэтом. Представляешь? Здорово вообще. Очень круто. Что, большая группа? Ну, там 3 человека, 2 парня и девушка. Ну, знаешь, ребята просто, они вообще молодцы. У них столько потенциала, прям такие, они активные, прям, знаешь, живут своим делом. Есть к чему стремиться. И уже я занималась профессионально с педагогом вокалом.
А как занятия, кстати, проходят? Я не ожидала о том, что столько нюансов. Там, знаешь, нужно правильно осанку держать, дыхание как-то какое-то такое особенное. Но нужно, конечно, стараться учиться. Наверное, все получится. Я тоже так думаю. Кость, а что по поводу ребят? Ты с ними будешь знакомиться? Ну, с моими друзьями? Ну, конечно, я же тебе обещал. Я так переживаю за сегодняшний вечер. Надеюсь, то, что все пройдет хорошо. Потому что мне ни ребят, ни безразлично. Они просто... Это моя вторая семья. У нас прям не дома, а сборище свиданий каких-то. Как мило. Так мило. Юль, лучше так, чем, блин, тут с утра собачиться. Ну, она что-то не в настроении. Вообще. Давай, давай, давай. Ты мой маленький, давай. Кровать сегодня, по-моему, немножко пострадала. Так, ты компресс там делала? Да, я перевожу. Спасибо. Что надо сказать еще раз? Спасибо, папа. Молодец. Дэн, слушай, мускис нормальный? Да, нормально. Точно? Да. Ну, смотри, мне кажется, твой брат бы оценил. Папа брат. Да он по-пьяни. Это риторический вопрос. Дэн, ну, татуировки делал. Брат какой? Слушай, мой брат. Я просто об этом никому не говорил. Я с ним не общаюсь. Ну, я не знаю, что. Все, давай замнем эту тему, ладно, окей? Хорошо. Ну, от меня секреты есть. Да никаких секретов, просто не общаюсь, да ладно, не хочу об этом говорить. Дэн, слушай, я хочу на танцы записаться. Не посоветуешь мне? Сейчас там Настя твои вроде, вы рядом работаете. Она там танцевальная студия. Ну да, где-то там работает. Ну, вы же рядом, по-моему, прям. Ну совсем. Да, где-то там рядом. Я не помню, где. Где-то там. Ты же чуть ли не за руку отвел туда. Заблужишь, что ли? Смотри, чуть ли не за руку отвел. А что, никто не в курсе, что ли? Сереж сказал А, говори Б. В смысле чуть не за руку отвел, Дэн? Ты что, издеваешься надо мной? Ян, успокойся, а. Что успокойся, Дэн? Ты неужели не понимаешь, что у нас все проблемы постоянно из-за нее? Меня уже достала эта Настя. Что ты бесишь? Что я опять? В чем может, я сейчас? Может, ты постелишь что рядом с собой? Может, мне свое место ей уступить? Я не понимаю. Ты достала, мне твое вранье уже достало. Да какое вранье? Хватит истерить-то, а. Кабель. Ты что, дебил, что ли? Что ты говоришь? Ты думаешь, что головой трогаешь? Я откуда знаю, что у вас там терки какие-то? Лучше вообще-то заткнись просто, не надо ничего говорить. Короче, я на работу. Иди свою работу, работай. Работай. Зачем пока? Не, ну может быть я, конечно, и ляпну чего лишнего, но откуда я знал, что можно говорить, а что нельзя? Пусть тогда памятку повесить, это можно говорить при Яне, а это нет. Самец. Я коплю силу. Мы говорим. О! Здрасте, пылились, не запылились. И ты шарахалась-то. Почему я должен названивать там неизвестно кому, искать тебя? Что с ногой? Татуировку доделала. Кого ты доделала? Татуировку. Нина, беги. Что это такое? Какую татуировку? Что, показывай. Здесь? Да. Давай. Дэн, помнишь, я тебе эскиз показывал? Кого ты ему показывала? Эскиз. Сели, завтра уперлись. Советовался. Мне просто не ради искусства давно еще. Посмотри. Правильно. Что написано? Папа, don't preach. Переводи мне ты старому дураку. Папа, отстань, не мешай. Я говорю, татуировку мне перевели. Я тебе перевожу смысл татуировки. А, это перевод такой? Да. Это моя любимая песня вообще-то, если ты не знаешь. Где ты ее делала? У ребят на квартире. На какой квартире? А если там зараза какая-то? Так, не начинай, я тебя очень прошу. Нина показывает отцу характер, вся в папу. Не, ну зря ты, надо было попросить у папы совета, он на тебя и либеральных взглядов. Он понимающий. Да, я не думаю. Да, действительно. В других семьях знаешь, что творится? Да? Скажи, вот твой отчим, это же вообще капец был. Лика, при чем здесь слушай, мой я отчим? Я тебе, скорее всего, буду 100%. Зачем ты про мое детство ну, с утра решила что? Поговорить? Не папа понимаю. Был доволен. Ну, что папа доволен всегда. Папа очень недоволен. Я тебе больше скажу. Во-первых, мы могли съездить к моему татуировщику, к лешему, понимаешь? Какому лешему, папа? Татуировщику. Во-вторых, я знаю точно, что там не будет никакой заразы. А сейчас там не пойми что. Здесь тоже не будет никакой заразы. А вот это мы проверим сегодня, съездим в больницу. Папа. Что, пап? Я никогда не поеду, все, успокойся. Господи, это же всего лишь татуировка. Из-за такой маленькой надписи разводить столько шума. Костечка, я тебя буду очень сильно ругать.
На что? Я хотела... Слушайте, я хотела бы вас познакомить с моим молодым человеком. Я хочу, чтобы вы в ближайшее время сделали вместе, попробовали с ними, организовали концерт. Алекс! Слушай, вот хозяйки дома цветы. Хочу мужчину. Вот. Она огонь, просто огонь. Я же говорю. Я люблю Макса. Привет. Привет. О, доброе утро. Доброе. Что-то он ей футболки, да? Ну все, 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 я уже горю под твоим взглядом. Ну каюсь, прости, ну это просто такое совпадение. Чего совпадение? Ну, звезд на небе? Ситуация. Ну, что ты как подруга, не понять, что меня? Я же не специально, а? Да, у тебя не было таких ситуаций? Ну, каждый день такие ситуации. Санэрис. Доброе утро. Боишься? Привет, всем. Доброе утро. Да, привет, доброе. Ну, это тоже немножко рассеянный, смотри. Что ты на ножках не стоишь-то, а? Так, все, хватит. Яички свои. Сладенькие, сладенькие. А тебе, походу, дело тоже надо заправляться.